Итоги тесного сотрудничества Ульяновского региона и Пензенской области подвели в таком же тесном кругу. Губернаторы Сергей Морозов и Иван Белозерцев встретились 7 сентября в Ульяновске. Буквально год назад обе стороны подписали взаимовыгодный договор по развитию промышленности, бизнеса и культуры. Итогами сотрудничества довольны все. Пензенский край благодарен примерам в сфере инновационных проектов и привлечения инвестиций. Ульяновская область оценила колоссальную поддержку соседнего региона в здравоохранении. Мы неоднократно, и я, и мои коллеги обращались и к Ивану Александровичу, и к его коллегам с просьбой: Христа ради, помогите. Помогите, пожалуйста, срочно провести оперативное вмешательство и спасти ребенка. Спасти там взрослого человека. Ни разу не получили отказ. Более 700 человек только в этом году получили высокотехнологичную медицинскую помощь. Визит главы Пензенского края в Ульяновск оказался не случайным. Иван Белозерцев приехал на праздничное мероприятие, связанное с вековым юбилеем Ульяновского гвардейского высшего танкового училища имени Ленина. Губернатор соседней области, выпускник военного учреждения, поэтому почти всю юность провел на родине Ильича. С его слов, город изменился в лучшую сторону. Но особо значимо для него, что именно здесь он встретил свою первую и последнюю любовь. Я здесь после выпуска, значит, служил офицером. Когда я был курсантом, я встретил свою первую любовь. Влюбился с первого взгляда. Значит, сегодня это моя супруга, у меня двое сыновей, трое внуков. И я всегда с теплотой вспоминаю об этом, потому что это моя жизнь, это моя история. К слову, приехал в гости господин Белозерцев не с пустыми руками. Губернатору Ульяновской области он вручил хрусталь и эксклюзивный вариант гербов Пензенской области. А к себе домой увезет волжский янтарь с изображением выдающихся писателей и поэтов Симбирской и Пензенской губернии прошлых столетий. Подарок от Сергея Морозова. Рената Люлова, Руслан Баталов. Новости Ульяновской правды.